За прошедшие сутки подразделениями группировки войск «Днепр» поражены пункты временной дислокации украинских националистов в районе населенного пункта Велетенское, а также выявлены и уничтожены позиции артиллерийских орудий Д-30 и РСЗО БМ-21 «Град» в районе населенных пунктов Кизамыс и Гончарная. Безвозвратные потери противника в живой силе составили более 15 человек. Кроме того, в районе населенных пунктов Садовая и Зеленовка операторами баражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ и гаубица американского производства М777.